Это канал «Тысяча штук», и сегодня у нас такая вещь из нашего далекого прошлого. Я периодически так на AliExpress просто смотрю, что интересного предлагают. И в этот раз мне попалась прикольная штука. У меня когда-то такая была в детстве у самого. Мне очень нравилось, классно, называется спирограф. Да, то есть вот смотрите, как запаковано. Прям запаковано так, что распаковать будет, наверное, не очень просто. Но мы сейчас постараемся. Вот возьму ножницы. Не взял сразу. Ну вот распаковал. Очень просто посмотрите на объем пленки сколько. И вот о чем я говорю. Спирограф в данном случае в виде зайца. Прикольная, совершеннейшая штука. Вы понимаете и помните, наверное, для чего это надо. Да, это чтобы вот вставляете ручку, крутите, и получаются всякие прикольные фигурки. Вот эта конкретно модель мне обошлась евро 39, то есть это, ну, наверное, порядка, что получается, где-то в районе 100 рублей. По-моему, совершенно прекраснейшая вещь. Вот можно, видите, всякие вот такие вот штуки рисовать. Очень красиво смотрится, понятное дело, пластмасса made in China. Я думаю, что у кого есть дети, то очень будет им интересно. Это такая штука из родительского прошлого. Наверное, они сейчас везде продаются, но на AliExpress, конечно, цена вообще великолепная. Давайте откроем и давайте что-нибудь нарисуем. Так, вот у меня есть лист, у меня даже нашлась ручка в наше дигитальное это время. Так, значит, у нас есть сам заяц. Я скажу, что заяц, вот он, видите, чуть-чуть все-таки погнулся, пока ехал. Очень, очень тоненький. Вот здесь вот уголок, вы видите, немножко вот заломался. Я думаю, что, конечно, ничего страшного, но мы его просто вот сразу отломаем, и все, чтобы он не это самое. Ну, даже вот я не знаю, его бы, конечно, немножко выпрямить. Ну, давайте попробуем так. Вот у нас здесь есть 1, 2, 3, 4 и 5 вот таких кругляшков. Ну, давайте какой-нибудь попробуем просто для интереса, что у нас получится. Вот поставим. Я вам скажу, что это еще так достаточно непросто делать. То есть вот, и у нас получается вот такая вот прикольная фигура. Хорошо, если у вас есть разные варианты пасты разноцветные, тогда вы можете прям тут вообще делать всякие крутые вещи. Давайте возьмем, попробуем какую-то вот, например, что-нибудь вот такое. Это вообще какая-то, видите, сложная схема, что получилось. Вот такой вот получился цветочек, видно, да? То есть, ну, достаточно, я скажу, здесь можно сложные вещи рисовать. Но это, конечно, все, понятное дело, что баловство. Во. Слушайте, ну, вообще, вот в советских, по-моему, такого даже не было варианта. Но тут надо очень не спеша и очень аккуратно, и надо очень хорошо прижимать. Ну, давайте, чтобы вас там сильно не травмировать такой дребеденью, я еще что-нибудь нарисую. Честно говоря, вот будь я ребенком, сидел бы, рисовал бы просто без отдыха вообще. Смотрите, как легко можно нарисовать вот такой вот, как будто бы атом, да? Вот бегают они здесь. Ну, это же здорово. Давайте еще что-нибудь сделаем. Вот так. И теперь сюда. Вот такие вот, конечно, немножко рисовать сложновато. Но, в принципе, в общем, я вам скажу, что оно работает, оно прям вот как из детства, очень прикольно, можно вот такие вот всякие делать штуки, и учитывая, сколько здесь вот отверстий, это огромное количество комбинаций, можно вообще ребенка засадить на весь вечер, этим заниматься, и сами можете смотреть ютубчик. Так что всем спасибо, подписывайтесь на канал, такая вот не гаджет, совсем не гаджет, но, может быть, кому-то пригодится. 100 рублей цена, и можете купить. Ссылочка в описании к видео, как обычно. Так что спасибо, подписывайтесь на канал, и пока-пока.